Ребята, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня мы сравниваем, кто сильнее, мальчик или девочка. Я выбрал 5 специальных заданий, в которых они будут работать. Давайте посмотрим, кто сильнее. Также в комментариях напишите заранее, пока видео не просмотрели, кто выиграет. Я ставлю на мальчика. Вот, но некоторые, я думаю, и на девочку поставят. Упражнения там не только на силу и выносливость, есть и на гибкость. А в таких заданиях, где гибкость, координация, некоторые девочки побеждают мальчиков. Все, смотрим, я думаю, будет интересно. Первое задание на координацию. Туда идем до той стены. До той стены идем крабом вперед. Обратно возвращаемся кувырками. На старт. Внимание, марш! Как видите, мальчик сразу ушел вперед. И кувырками возвращаемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Отрывайся, отрывайся от нее. В этом задании Даниэль победил. Быстрее. Есть. Мальчики ведут со счетом 1-0. Так, пока счет 1-0 ведут мальчики. Следующее упражнение на растяжку, на гибкость. Сейчас сделаем шпагат. Кто из них шире и красивее поставить ножки свои, растянет, тот и побеждает. Давай, на старт, внимание, марш, поехали. Ножки надо держать прямо. Голову подними. Так. Здесь расстояние чуть меньше до земли, здесь чуть больше. Ребята, ну в этом конкурсе девочки победили, как видите. Счет 1-1. Переходим к третьему конкурсу. Третий конкурс на силу рук. Это подтягивание. Сперва потянется девочка, потом мальчик. Давайте посмотрим, кто выиграет в этом конкурсе. Готово? Да. Поехали. Раз. Два. Два раза. Так, мальчики, посмотрим. Готов? Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять раз. Ребята, ну в этом конкурсе тут бесспорно мальчики победили. Счет 2-1 в пользу мальчиков. Переходим к следующему конкурсу. В этом конкурсе работаем по правилам бокса. Мальчики защищают, отстаивают свою честь, а девочки свою честь. Но шансов, конечно, у девочки мало. Но давайте проверим, кто кого отлупит. Пожали руки. В данный момент мальчики выигрывают... Ну, три конкурса уже прошло, со счетом 2-1, мальчики впереди. Готовы? Работаем жестко. Поехали. Так, не убегаем, не убегаем. Ребята, в этом бою, в этом состязании мальчики одержали уверенную победу. Счет у нас по конкурсам уже 3-1. Впереди мальчики. Заключительный конкурс на гибкость. Проверяем, кто больше из них простоит на гимнастическом мостике. Кто коснется головой земли, тот проиграет. Давай, приготовились боком к камере, чтобы зрители видели, кто из вас победит. Давай, на старт. Внимание, марш! Стоим на руках. Кто коснется головой земли, тот проиграет. Никто не хочет сдаваться. Каждый отстаивает свою честь. Топ! Мальчики в этом конкурсе проиграли, так как Даниэль коснулся головой земли первым. Девочки победили. Но в итоге, ребята, давайте подведем итоги. 5 было упражнений, 5 заданий. В итоге со счетом 3-2 выиграли мальчики. Мальчики одержали победу. Все, ребят, на этом прощаемся. Занимайтесь спортом.